Настя против Насти. Сегодня в Ханты-Мансийске прошла жеребьевка Кубка Федерации между Россией и Латвией. Первыми на корт завтра выйдут латвийка Анастасия Севастова и наша соотечественница Анастасия Павлюченкова. Во второй одиночной игре сойдутся пятая ракетка мира Елена Остапенко и победительница четырех турниров «Большого шлема» россиянка Екатерина Макарова. В воскресенье болельщики смогут увидеть баталии между Павлюченковой и Остапенко, а также Макаровой и Севастовой. Кроме того, во второй день пройдет парный поединок Васенина и Макарова против Марцинкевича и Висмани. В принципе, примерно мы знали уже состав игроков и как будет складываться выходные примерно, особенно в первый день матча, поэтому особо сюрприза никакого не было для нас. Мне кажется, неожиданности нет, мы знаем, против кого мы играем. Это, в принципе, после Таллина это хорошо, потому что мы играли там 4 матча против 4 команд, сейчас все известно, нет никаких секретов, поэтому, да, конечно, жеребьевка была, это нормально, что мы играем в 2, по-моему, завтра, так что мы готовы.